Мы продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. Это пятом просмотре. Так, нам нужно разыскать руины, куда нам нужно. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Интересно. Не могу задействовать управление. Доступ альфа заблокирован. Что еще за доступ омега? О, нет. Персонал альфа. Не хочу вас пугать, но выслушайте, что я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Но... Так. Не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче... Я... Не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные. Безгрешные люди. Наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно. Если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуска последнего. Просто всех убил, всю планету. Один. Он их всех убил. Теперь ясно почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено, обратилось в пыль, ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет, не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида.
Пойдет, ему твоя еда. Надеюсь, он все получится. Не нравится мне это. Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Ага. Есть такое. Ну, как тут пилить, куда мне надо, да? У нас экскурс сайленса. Еще один топливный элемент. Но что мне с ним делать? Блин. Что такое? Так, мастерская садница. Ну, чтобы мне попасть, нам надо спуститься. Пусть куда-то это.
Давай, побежим. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение, культ Аида, его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль, не меридиан. Шпиль. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение, про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Я нашел визор в древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его, пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. Два одиночества. Я нашел источник сигнала. Разбитый Титан в самой гуще джунглей Алмаза. Так ты думал, это Титан? Древняя машина? Я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. Лади Смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире. Племенами, другими машинами. Но первое, о чем она сразу спросила, это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как к нему попасть? Что вокруг него? На чьей он земле? Взамен он открыл мне новые знания о древних технологиях. Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их уже была пара десятков. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Мне было плевать. Я узнавал так много. Физику, алгебру. Ты не представляешь. А Карха Тьмы? Они тут каким боком? Раскол внутри племени был мне на руку. Такая возможность. На руку? Вот так значит? Да. Половина племени оказалась в изгнании, мечтая, как вернуть себе меридиан. Они религиозны, легкая мишень. Я просто представил им Аида как погребенную тень из их мифов. Так что да, это было мне на руку. Я устроил встречу Аида с верховным жрецом Бахавасом, Гелис тоже там был.
Так родилось затмение. Что угодно ради святого Меридиана. Аиду наплевать на Меридиан. И тебе тоже. Мы живем в мире мертвых городов и погибших племен. Но одним больше. Я был занят. Аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть. Ха. Интереснейшая задача. Особенно с учетом модификаций, которые я внес самостоятельно. Ну да, чтобы за ними следить. Да. У меня хватило глупости помогать Аиду. Но я не был так глуп, чтобы доверять ему. Я встроил в сеть то, что звалось бэкдором у предтеч. Тайный доступ, благодаря которому я мог просматривать все каналы связи. Что же заставило тебя уйти? Уж явно не муки совести. Я забеспокоился, когда увидел, что они воскрешают древние боевые машины, используя мой метод. Спросил Аида, зачем ему это? И было поздно. Увы. Я уже был отработанный материал. После того, как я завершил работу над сетью визоров, он призвал меня к себе. И немедленно отдал по сети приказ меня убить. Вот с тех пор я в бегах. А со мной как началось? Наш общий путь. Когда тебя нашел Олен? Обнаружена угроза системе? Такое не пропустишь. Приказ убить дикарку из племени Нора. Не мелковато ли цель? А потом я увидел на этой дикарке визор, и что она поразительно похожа на великого ученого древности. Гелис не медлил. Я решил, ты погибла. И вдруг сигнал твоего визора изнутри горы Нора. Чем больше я наблюдал за тобой, тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности. Ты могла помочь мне, наконец, раскрыть тайны мира. Я решил сделать все, чтобы помочь тебе достигнуть цели. Прочее, как говорили в древности, это история. Сколько же ты натворил? В погоне за знаниями. Как же это глупо. Элло, мне, в общем-то, нет дела до твоего мнения. С ума сойти. Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Сайленс! Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну, а меня сюда не звали. Да, бывает так. Нужно сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. После этой истории с Дервалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Но Шпиль...
Отправляемся. Во дворец с оружием мы до сих пор не казнем? Элой, что привело тебя в Меридиан? Угроза. Гелис командует затмением, легионом фанатиков. Они скоро нападут на вас с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг — оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность? Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите стражу укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще обо всем сразу сообщайте мне. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — отжиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Кряж будет передовой. Городская стража там? Да. К ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. А шпиль? Эрента Авангард уже там? Да.
Полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. От аудиенции с королем наотрез отказались. Может, поговоришь с ними? Ладно. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным, но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Давайте посмотрим, как там дела обстоят с оборонными позициями. Как-то там... Есть минутка поговорить со мной? Если армия ворвется в Меридиан, нам конец. Я бы все-таки все было. Прозорно, побольше мы разобрали. Давай выберем со всех тех. А можно все-таки отдохнуть? Да, я бегу. Так, первый рубеж обороны. Может, мои родные еще живы? Вы что, не собираетесь что ничего делать? Мы потеряли уже десяток патрулей. У нас есть приказ. Я тебе про жизнь. Ты мне про приказ. Для того и нужно. Почему он пытался убить? Элой! Говорил же, что приду. Говорил, Тэп. Но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти Карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Элой, когда ты вошла в гору, богиня... Не сказала, у нас есть шанс. Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. В детстве я представлял себе все это по-другому, но поддерживать безопасность в городе тоже хорошая работа. Кем же надо работать? Как тут можно поговорить? Так ты, значит, и есть Элой. Я думала, ты побольше. Побольше? Ну, потолще. Как шестерня, не как гвоздик. Я не в обиду, ты девка очень ладная. Ты мне глазки строишь, неподходящий момент. Неподходящий? Да битва даже не началась еще. Петра Кузнечиха, со Свободной горы. Я уйду с очередной пыльной бурей. Марат попросил меня осмотреть арсенал.
Орудие в порядке, но я еще прочистил им глотки, чтобы аж ревели. Спасибо, Петра. Не буду мешать. Работать с металлом — одно удовольствие. Береги себя, огневолосая. Огневолосая, прикольно. Направляемся в спину. Да все племя предателей, все мои. Да, мы рискуем даже там хотя бы какой-то там выйдет. Здравствуй, Алой. Нет, не кланяйтесь, избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Варл. Я дал слово. Ну, что скажешь про Меридиан? Я увидел много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле, защищаю город безбожников, ни на что не похожий. От чего-то, чего не могу представить. А ты, после всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велела мне кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. И мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Так кто они такие? Называют себя Затмением. Элой. Все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Точно не знаю. Но их будет много, и у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Даже так? Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? На передовой! А почему? Сталь прочнее железа! Что будем делать? Будем бить молотом, пока не рухнут! Молодцы! Слышала? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. И за тебя. Спасибо, Эрент. Эрза бы гордилась. В случае победы.
Я вам придется еще с кем-то поговорить. Только по ним есть. Тера. Ну, то есть еще призма какие-то. Высокие, выше деревьев. Эти карха в своих доспехах, как индюки их. Но их так много. А нас осталось так мало. Вождь Сона. Вождь, вы что-то не так? Нам Нора здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Здесь он. Давай. Пойдемте отдыхать. Собираетесь ничего делать? Нет, нам надо это использовать, конечно. На котором мы сюда приехали. На город? Только не это. Нора, мне нужно с тобой поговорить. Дом Олина. Выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась.
сказать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность? А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Вести с востока. Король Солнца Ават ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Нет, Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Слишком долго ты меня заждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Зачем ты борешься? Твоя участь неизбежна. Я не избран.
Такого не должно было быть. Избран. Аид избрал тебя, потому что ты дурак. Палач, который даже не понимает, что его используют. Твоя жизнь – сплошная ошибка. И скоро все забудут твое имя. Обрати свой лик к солнцу и подумай.
останется. Опустите оружие, но будьте начеку. Можно перевести дух и подготовиться. Отсюда!
Элой! 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 Так. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них так. Мне надо идти. Привет, привет, сорян. Хвала матери, ты жива. Кто не видел свои сообщения? Я думал, тебя убили. Ты стараешься. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них так. Мне надо идти. Я не сижу, я там. Так, все, побежать. Мне надо бежать, спасать. Сигнал. Это типа я не успел.
Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Но авангард Эренда. Мне нужно наверх. Блин, почему ты не побыстрее не забрался? Привет, Лайк. Нельзя останавливаться! Вперед! Я знала, что это будет непросто. Медлить нельзя. Живы. Это Элой! Ну, вы видите? Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается мало. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Железный бес падет. Нужно вооружиться. Так, другого шанса не будет. Правда, на этом позиции. В принципе, это. Единственное, можно было с этого ездить, если ты не посмотришь. Ну, пойдем. Thank you.
начеку. Уничтожьте сначала их! А теперь сделай то, зачем ты сюда пришла. Скажи так. Пусть это Таид пойдет. Угроза системе! Я не просто угроза.
Главный блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления. Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала Элизабет. Самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства и воли, несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Хоть немного.
общем, у меня пока все, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Старый друг, помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить. О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, давай приступим. Thank you.